Мы рады сообщить вам, что на нашем канале объявляется Черная пятница, и мы делаем грандиозные скидки на наши курсы от 15 до 50 процентов. Вся информация об этих скидках на нашем сайте ру Добрый день, вы на канале Модной Практики. Напоминаем, что у нас видео выходит каждый день. Сегодня мы хотим поговорить о том, что мы сделали в ноябре, ну, то есть подвести итоги месяца. Как всегда, к концу месяца мы сами сильно удивляемся, сколько сделано. Ну, я думала, там у нас 2-3 практических занятия, но нет. У нас шесть практических занятий. Мы с вами смоделировали прекрасный свитер из кашемира, который у нас прекрасно потом превратился в кашемировый костюмчик. Очень вас там познакомила с модным кроем. Как от базовой основы 10 мерок перейти к более такому крою, который более современный и отвечает сегодняшнему стилю. То есть более мы там рассвобождали проймы, мы там расслабляли рукав, мы там делали как бы ну, то, чтобы наша вещь была более модная. Вот такой прекрасный кашемировый свитер мы с вами прошли. Мы с вами прошли вот такой великолепный сарафан бочонок за 5 минут теплый. Он прекрасно нас будет согревать вот в такую погоду холодную или не холодную, кто из чего будет шить. У меня этот сарафан бочонок сделан из ладена. Абсолютно великолепный сарафан. И очень большие отклики по сарафану. Очень понравился всем крой. Он понравился всем, потому что он очень легкий и очень доступный абсолютно всем. То есть не надо владеть таким глубокими знаниями конструирования для того, чтобы сделать вот такую вещь. Ну и потом у нас наш сарафан бочонок превратился вот такую абсолютно великолепную тунику. Ну, то есть я вам показывала, как от одной выкройки перейти к другой выкройке. И это очень модный крой на самом деле. Это вот не просто такой крой, который там что-нибудь за пять минут мы делаем, какой-нибудь мешок. Нет, мы делаем аккуратный крой. Мы делаем те вещи, ну, в которых нам хорошо. Но крой удобен тем, что он очень доступен. Вот абсолютно каждый из вас может построить себе вот такую тунику и вот такой сарафан. И в этом есть ценность. И я хочу сказать, что в этом месяце произошло. Мы с вами прошли... Эффектную юбку с запахом и драпировкой. И это единственная вещь, которая у нас сделана на макете. Мы проходили на макете. Остальные все вещи у нас дошиты. Они все готовы. Они все будут приносить нам радость. И я думаю, что этот крой принесет вам немало радости. Потому что, еще раз повторяю, крой доступный у нас. В готовом виде мы имеем сарафан бочонок. В готовом виде имеем кашемировый свитер. И в готовом виде имеем вот такую великолепную тунику. Но пока у нас в разработке идет аксессуар, который состоит из одного рукава и плавно переходящего в литературе шлейф. Это пока у нас в идее. Пока мы его не отложили, ну, в такой момент, что мы его не будем дошивать. Ну, как-то, наверное, будем дошивать, но пока не поняли, из чего же нам его дошивать. Ну, я думаю, что к Новому году такой аксессуар у нас тоже появится. Я очень довольна тем, что мы столько с вами сделали. Вы все знаете, для чего мы снимаем итоги месяца. Мы снимаем итоги месяца для того, что если кто-то из вас просмотрел какую-то тему в течение месяца, но ну, мало мы все загружены, да, и вот в итогах вы услышали какую-то интересующуюся вас тему и вы к этой теме вернетесь. вот для этого мы снимаем итоги месяца и я хочу сказать все заметили, что у нас на канале стало больше разговоров о мужском, у нас появился Михаил Черний и провел в этом месяце три урока. Это было о снятии мерок с мужской фигуры, это было о балансе изделия на мужской фигуре, и это было рассмотрение перегибистой сутулой фигуры. Как бы тоже все эти правила вам Михаил рассказывал. Кому интересно, пересматривайте, пожалуйста. Уроки у нас находятся на канале, поэтому всем доступны. Ну и, конечно, в этом месяце мы рассматривали журналы, привезенные из Европы. Мы прошли обзор журнала Кадена в двух частях. Мы с вами прошли полный обзор коллекции Шанель последней коллекции. И я, конечно, очень довольна, что мы увидели много нового для себя. И когда мы говорили о моде 2020 года, обзор журнала плавно перетек у нас в лекцию о моде. Мы поговорили о том, что же нового мы увидели. И я думаю, вот как раз из этого что-то нового мы что-то почерпнем для себя. Ну и, конечно, создавали невероятные образы. Конечно, у нас абсолютно невероятный образ создан в этом месяце, наконец. Юбка, пусть умрут мои враги. Мы с вами прошли юбку Джерси, которая у нас может быть и нижней юбкой, и верхней юбкой. Мы с вами прошли леопардовый полушубок, уже готовый увидели. И, наконец, увидели весь образ. Я хочу сказать, я довольна, что мы больше времени уделяли образом, больше внимания уделяли готовым образом. Но, тем не менее, мы не забыли конструирование, моделирование, пошив наших изделий и так далее. Потому что именно в этом месяце появился мой абсолютно невероятный образ с леопардовой шубкой. Мы его все рассмотрели. Мы прошли от раскроя меха я вам показывала, как кроить мех, и дошли до готового изделия. Как бы я думаю, что информации в этом месяце у нас было, ну, просто огромное количество, включая все обзоры, все наши уроки, все наши практические занятия. Я думаю, что вы очень много получили знаний. Мы прошли с вами обзор вот такого абсолютно великолепного лавандового пальто. Это у нас серия «Идеальное пальто». Мы начали здесь изготовлять серию «Наше идеальное пальто». Вот это из этой серии «Наше идеальное пальто». И я хочу сказать, конечно, мы сделали обзор шубы из искусственного меха с капюшоном и утеплителем. И я думаю, что благодаря нашим обзорам у вас тоже возникла фантазия и что-то захотелось для себя сделать тепленькое и удобненькое. Ну и, конечно, такое из таких больших событий, которые произошли в этом месяце, у нас вышел курс Кашемировая парка. Перед нами Кашемировая парка. И я хочу попросить Числаву, чтобы она, ну, коротко-коротко поделилась своим мнением, как шла работа над этим изделием. Изделие выполняло технологично. Самым интересным элементом в этой парке – это карманы. Они сделаны с выточкой для объема. Само изделие понравилось отшивать. Ну и хочу еще закончить тем, что в этом месяце вот такое мне сделали великолепное платье. Маргариточка мне делала такое платье, но я хочу Маргариточку, чтобы она тоже несколько слов сказала о своем впечатлении ну, об этой работе. Ну, изюминку этому платью, конечно, продает его рукава. Наташа смоделировала очень интересный рукав, на котором есть небольшой подрез. С одной стороны подреза две маленькие складочки. И в итоге получается такая красота. Да, получается, видите, что как удобно. Ну и так некоторые здесь были со сеточкой сложности, да? Да. Мы заново мы отрезали сеточку, заново накладывали ее, нашивали и по низу пришивали вот такие маленькие-маленькие кружочки. И получилось вот такое абсолютно восхитительное платье. Маргариточки с Наташенькой большое спасибо, что они вот так вот дружной команды такое платье сделали. А благодаря их труду вы все это могли увидеть. Я думаю, что благодаря тому, что на нашем канале настолько насыщенная жизнь, настолько все очень быстро у нас здесь происходит, я думаю, что у наших учеников, у наших подписчиков тоже жизнь становится более насыщена, потому что вы тоже присоединяетесь к этому творчеству и что-то хотите для себя сделать. И я думаю, что среди вас есть такие, которые хотят сделать как можно больше, больше для себя и своего окружения. Я всем желаю успеха в творчестве, желаю быть разнообразными, желаю того, чтобы все самые красивые всегда были наши, чтобы это было видно, что это наши с модных практик. Я рада была вам подвести эти итоги. Сегодня еще раз напомнить о том, что сделано. Ставьте лайки, делитесь нашими видео в соцсетях, подписывайтесь на наш канал, приобретайте наши курсы, задавайте вопросы и заглядывайте в наш тканевый бутик. Всего хорошего. С вами была я, штрина Михайловна и вся наша команда.